Всем привет, с вами Оксана Майкова. Я помогаю инвестировать в недвижимость в Испании максимально выгодно и безопасно. И мы сейчас смотрим интереснейший объект за 26 тысяч. Ну, как говорится, чудес не бывает, но смотрите, что бывает за эти деньги. Вот мы вышли, и сразу мы попадаем на центральную площадь Сан-Мигель. То есть мы находимся в самом-самом центре. Центрее, но ничего. Вот эти вот старые улочки. Много кафешек. Вот те старые дома, я о них когда-то говорила, в центре города. На запах, конечно. Вот так вот повернуться, вот здесь микроволновочка, уже стоит плита, вот здесь вот машинка посудомоечная, небольшая совершенно раковина, ну и студия небольшая, да, немножко нужна реформа и немножечко нужно, конечно, подкрасить стены и, возможно, поменять холодильник, да, вот так вот. Она очень маленькая, то есть по мне так это студия для помощников каких-то там, я не знаю, ну для одиночек, ну вдвоем тоже можно, в принципе. То есть смотря за какие деньги, вот здесь какие-то палати, то есть можно использовать как это самое, ну, шкаф, да, то есть вместо шкафов, то есть тут можно пофантазировать небольшое. Ремонт, и все будет нормально. Думаю, да. Ну, не так, как мы думали, не 200 в неделю, конечно. Потому что это один человек. Да. Потому что, во-первых, для один человек, во-вторых, ну, тут надо еще вложить денег, чтобы покрасить ее. И... Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео в описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока, увидимся в следующем видео.